Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Call of Duty Modern Warfare 2. Итак, продолжить? Конечно, продолжим. Слушаем миссию. В чем она будет заключаться у нас? Джозеф Аллен. Хрен ее знает. А куда разговор-то делся? Подводная лодка. Как я выгляжу? Как настоящий плохой парень. Для твоего задания идеально. Значит, добыча Макаров. Макаров не добыча. Скорее, бешеный пес, убивающий направо и налево. Помни свою легенду. Она зовут выживание. Это отряд 141. Добро пожаловать в ряды лучших бойцов планеты. Благодарю, сэр. Когда я вижу остальных? Они на задании. Цель — модуль автоматической системы контроля в тылу врага. По колено в воде? Я бы сказал, на жестоком холоде. Так, Макаров, значит. Ну ладно. Макаров, не Макаров. Ой. Что-то как-то... Ну, пойдем. Смотрите, кстати, мне нравится тут графика. Ну, давай, давай, давай. Кто вниз хочет упасть? У-у-у. Оставайся здесь, следи за мной и жди сигнала. Вон. Других гор практически не видно. Давай, ползи. Я за тобой. Так сказал, за тобой. Да. Ползем левой, правой, левой, правой. Интересно знать, я вообще вот, я, конечно, не лазил. Но действительно ли так можно подняться вот на этих ледорубах? Просто-то с какой же силы надо втыкать? Тем более, чтобы еще не откололся лед, чтобы... Давай, заползай. Ого, смотрите, тут еще выше. А выше гор может быть только горы. Давай. Залез. Держи, да, по идее, это должен не был. Хорошо же вроде вцепился. Давай. Как ты спустился? Мы же только что по плоской стене шагали. Кто-то вытянул меня еще. Не понимаю, как это, конечно, удалось ему. Опа. Роуч, проверь датчик сердцебиения. Ты сейчас Давай. Должен видеть меня. Я синяя точка. Да тебя-то я вижу. Все неизвестные объекты будут показаны белыми точками. Роуч, эти клоуны даже не подозревают, что мы здесь. Давай потихонечку. Твой тот, что слева. На счет три. Раз, два, три. Отлично. Конечно, я старался, давай. Специально не стал тебе ничего говорить. Какое разнообразие оружия у них. Так, мне. А ты что наверх-то залез? А, нет. План тот же. На счет три. Раз, два, вышло. Ничего. Надвигается буран. Мне тут подкрепление, им подкрепление сюда скидывают. Вау, вообще не то. Объявила себе, как только можно. Разделимся. Я возьму тепловизор и буду наблюдать за обстановкой с холма. А ты иди на базу под прикрытием бурана.
теле охрана тебя не увидит, пока ты не подойдешь вплотную. А вот и граната. Следи за датчиком сердцебиения. Удачи. Давай, где ты вот? За датчиком сердцебиения. Да, синей точкой. Так враги вроде тоже синей точкой. Вон их сколько. Он мой. Спрячься, один тебя заметил. Кто именно? Вон там в будке кто-то сидит. Если это не ты, то кто? Хорошо. Вау. Ну я, кстати, не собираю. Не знаю, в чем смысл их сбора. Спрятался. Ну, они там все равно трупы сейчас найдут. Поэтому смысл что-то тут мудрить. Так. Этот мой. Понятно. Прелестно. Вон там вот еще где-то ходят. Северо-востоку от взлетно-посадочной. Да знаю я, где заправка. Этот готов. Ой-ой. Отличный выстрел. Конечно. Где у меня там? Кто-то еще там есть. Блин. Сюда едет машина без четверо. И потревожил охранника. Прячься. Этот мой. Так, вроде как боевик, да, какой-то намечается. Хорошо. Нормально. Ну, хороший у меня автомат-то. Грех жаловаться. Тут ничего нету. Как понимаю, тут можно. Тут можно было переждать. Да я знаю, где заправка. Спокойно. Какое-то движение на полосе. Тут группа бойцов. 20 с лишним. Похоже, идут к тебе. Ой. А что это ко мне-то сразу? Что я сделал-то? Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот и заправочная станция. Прячься, один тебя заметил. А где? Почему я его не видел? Роуч, найди заправочную станцию. Она да вот. Конечно. Я тут еще кое-что перехватил. Насчет спутника. Так, подожди.
Так. Похоже, спутник в дальнем ангаре. Беги туда, быстро. Беги. Вот ничего себе. Так нифига, народу тьма. Так. Понял, понял, я понял, подожди ты. Я себе путь расчищаю, могу себе путь расчистить? Я не хочу, как все ползать там, это, кого-то выжидая. Я вот, просто убрал всех. Ну, пойдем. Хопа. Да вали ты его, козла, быстрее. Найди наверху модуль автоматической системы контроля. Так. Сейчас там с боем прорываться надо будет сразу же. Блин, ладно. Я думал, можно так. Роуч, меня заметили. Не дергайся и не стреляй. Говорит майор Петров. Выходить с поднятыми руками. У вас 5 секунд. Давай. Роуч, переходи к плану Б. 4, 3. На. Спокойно. Пойдем, быстрее. По краешку пойдем. Бежим, 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 бежим. Бежим по краешку. Они все равно сейчас за нами пойдут. Я не понял, мы не, что, не в ту сторону бежим. Блин, я не в ту сторону бежал. Да бегу я. Блин, а меня снегоходом нормально. Подожди. Блин, раненый козел меня там. Давай, он здесь где-то. Это ты, блин. Ну, пойдем. Подожди, давай.
Беги! Давай, козлина. Я сделаю из тебя героя. Хоп! Да почему ты меня-то давишь? Что это за тактика такая? Ну? Так. Поехали. Сила 6-1. Основная точка под угрозой. Следуем в запасную точку. Сейчас. Встречайте на зал. Прием. Право 6. Это Сила 6-1. Вас понял. Отбой. Противник сзади. А где он еще-то будет? Ты-то, кстати, где? Я тебя не вижу. Не тормози. Быстрее, или ты труп? Блин. Как ты меня запарил. Та-та-та-та-та-там. Они-то почему меж деревьев петляют, виляют? А я не могу так. Ну вот хоть я кого-то сбил на этом снегоходе. Хоп. Давай-давай-давай, блин. Ничего страшного. Мы уже на снегоходе. Так-то, блин. На. Смысл меня обгонять, если вы знаете, что... Вот так вот, сейчас смотрите, мега трамплин. Еще. Еще. Смог. Не смог. Это вот что-то было. И когда думаю, что уже все. Выиграл, победил, пришел, финиш. Хрен там. Как в жизни. Так, давай в краюшечку брать. В краюшечку. Блять, взял в краюшечку, у меня аж выкинуло из седла. Да, почему я, главное, до этого... До этого почему не отсюда же начинал? Ну что ж, еще одна попытка взять это штурмом. На. Вертолет, к нему быстро. Право 6. Смог. Мы вас видим. Давайте на борт. Горючки мало. Так, модуль у них. Взлетаем. Хоу. Ну давай. Что ты мне еще расскажешь? Группа 141 захватила систему автоматического контроля. Два бойца вынесли целую базу. Твоя задача будет еще сложней. Какая? Говори. Вчера ты был солдатом на передовой, но сегодня фронта больше нет. Война идет повсюду. А где война, там непременно будут и жертвы. Ух ты, ух ты. Ну, конечно. Ты что делать-то будем? Этот Макаров ведет собственную войну вне всяких правил. Он не побрезгует ни пытками, ни торговлей людьми, ни геноцидом. У него нет идеалов, нет чести, нет родины. Он проливает кровь за деньги. Теперь это твой друг. Ну так вот, ничего тебе себе. Тебе лучше не знать, во что обошлось твое внедрение. От тебя это потребует больших жертв. В сравнении с целью, эта цена невысока.
друг. Таких друзей заходя в музей. Итак, давайте переодеваемся. Если не ошибаюсь, ни слова по-русски. Ну-ка. Да, нет, нет, да. Да, ни слова по-русски. С нами Бог. Ну, с вами. Помните, ни слова по-русски. Давай. А я не понял, почему вы по мне-то стреляете-то? Вы что, запланировали-то заранее, что ли? Хрен я туда сейчас пойду. Давайте без меня. Ну пойдем. Я уже вам не верю. Ай-яй-яй-яй-яй. Значит, вот это вот маньячело. И убить я его не могу. А убивать людей я должен. Господи, какая отвратительная миссия, по идее. Заставляет убивать гражданских людей. Чем-то напоминает фильм «Бегущий человек», когда он не хотел стрелять по безоружным, а его заставили, и потом еще осудили. То есть как заставили? Его не заставили, он отказался, его схватили, люди все равно были расстреляны. Давай, книжный магазин. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот что за миссия такая? Кошмар. Какое на поражение, тут уже людей перебили сотню, наверное. А вы какое-то предупреждение мне. Вы не понимаете, что происходит, да? Я так понимаю. Вот так вот. Какое тут на поражение. Тут без предупреждения. Всеми доступными способами. Бум. Так что... Что это за маньячело такое? О, Господи, что за идиот? Страшное дело. Это больные люди только на такое способны. Пошли. Мы это не отобрям, но тем не менее, миссию мы эту делаем. Блин. Я бы сам где башку прострелил, прям здесь. Но это... Не будет считаться, что я миссию сделал. Так что... О, сколько людей. Кстати, кто их перебил-то здесь? Мы вроде их здесь не били. Они должны были отсюда убежать. Здесь никого не должно быть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пойдем. Открывай. Сюда. Так и я умею открывать. Вперед, вперед. Давай, давай. Сейчас от спецназа вы огребете. Ну правда, я выручу вас всех. Не без этого.
Давайте перезарядимся. Пошли, ребята. Пошли, я уже здесь. Блин. Сверху. Надо сверху сначала их. Мне не нужен пока гранатомет. Интересно, а если я сзади пойду? Вот. Не беги, не беги. Сейчас, подождите. Сделайте хоть что-нибудь. Вот так вот. Блин. Чё, не можете? На. Кто там еще остался? Подожди, прикройте. ФСБ. О, кстати, это Россия. Только сейчас это, как сказать, обратил на это внимание. Давай. Заходим. Сюда. Вперед, вперед. Да там тоже никого нету, заходи. Как, кстати, вот эти ФСБ и тому подобное так быстро. Не стрелять. Дайте я на рожу посмотрю. Маньяка этого. Вот, в лицо выстрелил. А вот это подарочек. Американец думал нас обмануть. Когда обнаружит тело, шум будет на всю Россию. Да? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!